Подпишись, поставь лайк и колокольчик, но мы начинаем. И всем привет, ребята, с вами я, Токарев15, и добро пожаловать на новенький видеоролик. Да, ребята, всем привет, сегодня мы с вами будем строить, что это правильно. Мы с вами сегодня построим порт. Да. Вот. Ой, сейчас нельзя. Хорошо, что нам понадобится для этого порта? Вот. Нам понадобится только, ну, пока что только плиты, да. Нам понадобятся плиты, вот, дубовые, и еще нам понадобятся березовые плиты. Да. Делаем плиты. Березовые. И так. Хорошо, хорошо. Ага. И делаем с вами плиты. Так, что мы с вами сделали все плиты. И погнали уже ставить. Только надо сначала выбрать место. Где же нам же сделать? Может быть, тут? Может, там, ребята, тут сделать? Нет, фиговенькое место, далеко будет. Может быть, тут? Да, ребят, давайте вот тут сделаем. Потому что тут как бы и хорошее место, как бы. Рядом колесо, как-никак. Да, все, решено. Так, копаем, ребята, вот тут мы с вами вот отсюда, так, давайте все-таки так вот пометим, где нам надо копать. Так, вот тут, вот отсюда вот до вот до сюда вам. И вот этот весь квадратик мы с вами должны раскопать. Конечно же, я это буду делать в паузе. Так, ребята, все, ребята, как видите, я все раскопал. Так, последний раз, два, три блока. Хорошо. Что мы теперь, ребята, с вами делаем? Так, я случайно блок раскопал. Ну, ничего страшного, да, ребята. Вот. Извините. Ну, ладно. Ну, а теперь мы, в принципе, начинаем нашу постройку. Но! С самого начала мы с вами должны как бы сделать подъем, да. Почему как бы нет? Так, берем, ставим раз плиту, раз, два плитом. Вот сюда вот, и вот эти вот два блока мы с вами тоже ломаем. Ну ладно. Так, ребята, ну все, а мы с вами начинаем нашу любимую стройку. Но я опять же ошибался. Вот это тут все сделал. Так, хорошо. Ну а теперь же мы начнем. Да, мы с вами начинаем строить. Поехали! Ребята, раз, два и три. Вот, ребята, три плиты. Мы с вами поставили. Ну, это такие как бы, ну, шоком же можно было подниматься, за как это. Вот, так, ладно. О. Ничего себе, какой интересный. Прям как лифт. Лучше, а может реально сделать всякую серию какую-нибудь штучку прикольную, а? Что типа. Ой. Извините, если я буду зевать в этом ролике, может, я уже зевнул рассок, наверное, уже. Так, ладно, нам надо сейчас по бырику порубить деревья. Так, ребята, срубил деревья. Так, как вы видите, срубил березовую древесину. Делаем березовые досочки. Так, все, хватит. Много уже, нормально. Так, крафтим наши любимые плиты и погнали дальше. Так, погнали на наш будущий порт. Да, это вот наш порт, кто еще не понял. Никак вот. Так, хорошо. И делаем уже вот тут. Делаем уже вот тут, да, ребят.
Раз, два и три. Все, тут, ребята, мы с вами тоже сделали. Угу. Так, ребята, я тут третью тоже доделал. Вот, ну как уже ночка, лучше пойти поспать, иначе будет все очень грустно и плохо. Вот скажу вам честно, заряд за кадром, я за кадром сейчас до записи ролика, господи, меня, наверное, распять на эти криперы проклятые подорвали, вот. Так, у нас заряд нет угля. Ну да, я сразу услышал то, что нам как бы нужны как бы не только... не так посмотреть, но нужно еще и факела, поэтому уголь. Давай пережаривайся. Ну, а я пока посплю. Ну, пока уголь будет готовиться, так сказать, я буду... ну, он так вот готовит... Ну, пережариваться, не знаю, как хотите называется. Так вот, у нас уже пережарился уголь. У нас три уголечка, сейчас еще два будет. Угу, вот это я все скрафтил, факела. Хорошо, так, теперь погнали, что правильно, теперь погнали расставлять эти факела. Как видите, у меня сейчас с собой 26 факелов, сейчас я буду расставлять не только на порту нашем, так, но я еще буду расставлять на нашем, как бы, этом, как это, господи, по нашему городу, да, по нашему родственному городу, который мы с вами вместе построили, да, вот, ну, ладно, хорошо. Все, ну и я побежал расставлять все факела по городу. Конечно, я опять же все это сделаю в паузе, когда все сделаю, я к вам вернусь. Так, ребята, все, как вы видите, я все сделал. Так, теперь с вами бежим обратно домой. Почему это вроде так сильно зеваю, а? Так, и что такое, не понял. Точно. Рад не спрашивайте, что-то произошло. Потому что меня крипер бомбанул. Опять же, до ролика. Я там дырку заделал. Вот. И тут у меня все вещи. Так, ладно, хорошо, хорошо. Понятненько. Хорошо, что мы сейчас с вами теперь делаем? Так, хорошо. Теперь погнали крафтить. Может, скрафтим, ребята, заборчики? Да, да. Мне кажется, прикольная идея. Может, скрафтим заборчики? В принципе, нам это хорошо будет. Так, крафтим заборчики. Берем сами березовые досочки. А, давайте сначала не берез, давайте сначала обычные досочки возьмем. Так, забор из березы. Хотя, ладно. Забор из березы. Но у меня, ребят, некуда все это складывать. Сейчас, ребята, исправим. Так, ребята, я с этим всем не стал возиться. Так, ребята, знаете, за что я с собой заговариваться. Я сейчас заговаривался недавно. Блин, ребят, я прям не могу. Я прям зеваю прям на каждом ходом. Но я, ребят, спать не хочу. Вот интересно, что такое? Вот. Если кто-то есть в комментах, какой-нибудь врач, я не знаю, ну, кто все это врачебной штучки разбирается, скажите, я не знаю. Скажите, пожалуйста, я реально не понимаю, что такое. Так, отзовитесь в комментах. Вот. Так, ладно, хорошо. Мы с вами поставили обычные заборчики. Сейчас нам надо поставить... Ага. Да, ребята, и смотрите, я тут вот так вот сделал, все раскопал, и только сейчас мы с вами поставим заборчики, да, ребята. Да. И только сейчас мы с вами поставим заборчики. Планы немножечко поменяли, чуди-уди. Фу-фу-фу. А как он пробрался? Может, дверь открыта? Да нет. Она вроде закрывается. Так, может, баг какой-то, хотя, подождите. Ребят, нас не спрашивают, почему тут нету полокна. Опять же, крипер меня бомбанул. Вот, но это ничего страшного. Но сейчас уже ничего страшного. Хорошо. Мы всю палатку нашу устранили. Теперь мы с вами крафтим. Господи, зачем я задел в реальной жизни? Теперь мы с вами крафтим дубовые наши эти. Господи,
называется. А, я смотрю, как они называются, эти дубовые штуки, короче. Заборы, вот. Да. Но я зачем-то крафчу. Ага. Ладно. А, ой, извините, господи, дубовые, что я несу. Не дубовые, вот эти вот, ребята, да. Пожалуйста, смотрите этот ролик до конца. Вот. Извините, что я как бы оговариваюсь, господи. Я просто вообще не понимаю, что сегодня происходит. Вот. Так, хорошо. Так, это хорошо. Теперь сюда ставим РС. Для вас... Не, фигня какая-то. Надо, чтобы тут, ребята, было хорошо. А, нет, если что, вот то, что вы сейчас тут все видите, они немножечко... Ну, вот тут плоховатенько, вода им такой нехорошенький немного. Это прям водопад какой-то. Я сейчас что, я потом за кадром все там, ребята, исправлю, все будет чики-пуки. Да, ребята, все будет хорошо. А вот, ну, лодки, скорее всего, тоже за кадром поставим. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Токарев15. Всем пока-пока.